Филиппа Берли, Ирена Лукьянова. Встречайте! Заветные слова, которые мы с вами ждем. Мы открываем лидерскую конференцию по Берлик. Время лучшее! Я от всей души поздравляю всех нас с 25-летием нашей с вами любимой компании. За нами большая история, достижения, победы. Впереди большой интересный путь, который мы уверенно пройдем с вами вместе. Сейчас непростое время, мы все это знаем. Но сейчас, как никогда, важно, чтобы мы больше с вами вместе встречались, с друзьями, общались с единомышленниками, вместе находили новые точки роста и нашего с вами развития. Поэтому сегодня мы вместе на лидерской конференции, чтобы поздравить друг друга с новыми достижениями, обменяться опытом, узнать интересные инструменты от наших топ-лидеров и, конечно, услышать выступления наших бренд-директоров. Еще раз увидеть, какой он Фаберлик. Сейчас я вам расскажу одну историю, которая произошла со мной буквально вот на несколько недель назад, когда я была на мероприятии в Казахстане. Ко мне подошла женщина и искренне благодарила за то, что сделал для нее Фаберлик. Сейчас эта женщина... Нет, сначала все-таки поделюсь историей. Я не буду называть ее имени, но потому что это личная история. Но она искренне мне поговорила о том, что насколько ей важно то, что рядом есть большие команды. Потому что она живет по мусульманским канонам. Страна у нас с вами и страны у нас большие. Муж проводит время по своим делам. Дети, а у нее их 5, выросли и разъехались. Но в ее жизни тогда уже был Фаберлик. Она стала наращивать бизнес. Она привела в свои команды таких же женщин, как и она. Теперь она бриллиантовый директор компании и входит в топ-100. Вы знаете, когда мы готовили ряд мероприятий к 25-летию компании, мы задавали вопрос, что для вас значит Фаберлик? Но после того, как я поговорила с этой женщиной, у меня возник другой вопрос. А что мне дал вам Фаберлик? Что я получила от Фаберлик? Мы задали этот вопрос нашим женщинам-лидерам, мужчины, простите меня, которые живут в России и в странах. Получили массу ответов, личных историй со своими традициями, законами. Ведь только в России у нас живет 193 национальности. Давайте посмотрим небольшой ролик, что же все-таки дал нашим женщинам Фаберлик.
задала такой вопрос. Интересно узнать ответ. Первое. Конечно же, это общение с вами, с людьми, которые находятся. Это очень важное, то, что дал мне поверить. Второе. Я занимаюсь своим делом, но почему-то называю это работой. Третье. Это, вы знаете, мы все с вами эмоциональны, не вам рассказывать. Вот Фаберлик научил меня принимать решения с холодным умом, чтобы не было никаких эмоций. Ну и личное мое такое, это только у меня произошло, видимо, но может быть и вы себя найдете тоже какой-то в этом. Это личные для меня революционные изменения. Например, то, что я взяла и из Екатеринбурга переехала в Москву. Желаю каждому из нас, чтобы цели, которые мы с вами ставим, у нас всегда выполнялись вместе с Фаберлик. А мы продолжаем.